ветеранов «Атлетика» 1-3. Бортничук Николай, Кулыгин Александр. Коль, в первом круге вы одержали победу 2-1. Сегодня не удалось. Все-таки там два пропустили, потом один забили. Но дожать не удалось. Почему? Да тупое невезение. Ну, типа, моментов было вообще достаточно. В первом тайме должны были 4, наверное, забивать. Выходили и там 2 в 1, и 3 в 1. Просто не решали свои моменты. Не знаю, почему-то нападающие перестают бить в нужный момент, начинают отдавать какой-то пас. Почему не дожали? Да не знаю. Ну, соперник хорошо сел, что соперник молодец. Грамотно сели, выбивали мячи своей штрафной. Не дали нам забить второй мяч. В принципе, наверное, и их заслуга здесь есть. Но были у нас моменты, которые надо было решать. Но вообще игру надо было заканчивать в первом тайме. Нелепые голы пропустили. Вообще просто душные какие-то непонятные. Плюс судейство Чернухи. Вот я честно скажу, первый раз я вижу, чтобы он так отвратительно судил. До этого вообще никаких нареканий к нему не было. Но сегодня я не знаю, что с ним случилось. Вообще без памяти. Сань, Атлетика победил. Сегодня, ну... Я бы не сказал, что очень уверенно, но все-таки забили в конце и подрасслабились. Скажи, как тебе игра команды? Ну, игра получилась боевая, что с одной, что с другой стороны. Соперник, в общем-то, не новый для нас. Мы разбирали и после поражения с ними в первом круге, и смотрели их игры, собственно, в регулярке. Временами игра сваливалась на их футбол. Но голы, ну, первый, да, наверное, случайный, но все, что создавали, создавали, играя в свой футбол. Низом быстро, в одно-два касания, собственно, это и привело к тому, что и победили. Да, где-то, может быть, нам повезло, ребятам, может, где-то там не повезло, но счет на табло, поэтому мы и победили. Как ты считаешь, то, что поле было чуть скользкое сегодня после дождя, кому на руку больше сыграло? Да никому на руку это не сыграло. После дождя всегда тяжело играть и одним, и вторым. То есть мяч-то круглый, поле ровное, условия-то одни и те же. Я бы не сказал, что было куча ударов каких-то, да, там, не берущихся для вратарей. Еще раз повторю, там, первый гол, может быть, это курьезный, там, вратарь соперника, ну, в общем, ну, никак не ожидал такого отскока. А так-то, по большому счету, ошибок вратарей не было, поэтому, видимо, никому не сыграло на руку это скользкое поле. Ну, я спросил потому, что мне кажется, когда ты играешь низом, наверное, проще играть, когда поле такое раскатистое, потому что Суслову сегодня такое ощущение, что что-то мешало иногда цепляться за мяч, то есть он был не свойственен для него, да? Суслову мешало то, что на нем висело 3 соперника, потому что прекрасно я понимал, что Суслова сегодня выключат, ну хотя бы попробуют это сделать, потому что Домников всегда его нахваливает, он ему нравится, он хочет его переманить, он предлагал мне деньги. Но... Серьезно? Да не-не-не. Но, типа, было ясно, что его будут закрывать, и я вот как раз надеялся на то, что с ним будут играть трое, он будет скидывать, мы будем бить, мы не били вообще, поэтому, наверное, мокрое поле точно играло не за нас, потому что я не знаю, почему мы не били, но мы не били вообще. Хотя установка на каждую игру — бить. Бить и бить. И, блин, ну, есть мастера просто с офигеннейшим ударом, но они не бьют. Бьет Николаев, но он бьет с таких позиций, из которых забить, ну, там, я не знаю, 1 из 100, может, залетит. Так что... А так, в принципе, да нет, мокрое поле. Мы любим играть на таком поле, любим играть в такую погоду, это круто, но Суслову мешало именно то, что его реально просто сегодня закрыли. И... Ну, вроде он забил, да? Он же забил. Да. Ну, и он все равно забил. Да, для Макса это свойственно. Сейчас Атлетика идет на 3-м месте, проигрывая ветеранов. Ну, уже существенно меньше. Веришь, что то, что Атлетика все-таки догонит ветеранов? Ну, смотри, тут, получается, вчера был тур, сегодня был тур, да. Там ситуация такая, что сегодня нам необходимо было побеждать для того, чтобы укрепиться на 3-м месте, раз, чтобы команды ниже немножко подотстали. Ну, и то, что надо было обыгрывать ветеранов, чтобы как бы не отставать от ветеранов и от Амтела. Поэтому после сегодняшней победы, конечно, мы все больше и сильнее верим в том, что мы поборемся там за второе, за первое место обязательно. Без этого выходить на поле нет смысла. Поэтому верим в победу. Спасибо за интервью.